Дорогие дамы, все больше и больше пациентов на приеме приходят с избыточной массой тела и с ожирением. Парадокс нашего времени заключается в том, что в одних странах люди умирают от голода, в других странах люди умирают от ожирения и осложнений. К сожалению, избыточная масса тела отрицательно сказывается на здоровье, в том числе на репродуктивной функции. Все пациенты, которые готовятся в программу ЭКО, должны знать, что ожирение влияет на качество яйцеклеток, вне зависимости от возраста пациента. Затрачивается большое количество препаратов, стимулирующих суперовуляцию, а также имеется очень много осложнений. Также избыточная масса тела влияет и на вынашивание беременности. Такие осложнения, как преэклампсия, гестационный диабет, артериальная гипертензия, преждевременные роды, невынашивание беременности, рождение маловесных детей – все это ожидает женщин с избыточной массой тела. Мои рекомендации – пожалуйста, следите за своим питанием, употребляйте больше жидкости, воды, не употребляйте фастфуд, газированные напитки, легко усвояемые углеводы. Следите за своим образом жизни и занимайтесь спортом, и тогда мы сделаем программу ЭКО более эффективной.